Сразу хочу отметить, что VS08-125E новая модель более тонкая, более удобная в руке, диаметр которой ручки хвата составляет приблизительно 60 мм. В руке очень удобно лежит, кнопочка включается удобно. В сравнении с более старшей моделью, это все-таки помассивней. Ну, к ней надо привыкнуть, кнопочку немножечко, ну, трудновато включить одной рукой, ну, приспособиться можно включать. Ну, как видим, редуктор в старшей модели побольше. Что еще хочу отметить, в старой модели, когда вот при работе, если закусила круг, зажала, чтобы не ломать кнопку штопорную, производитель дает два ключа, один из которых может ловить завал, вторым, соответственно, вот словили завал, вторым разжимаем. Так. В старой модели гайка идет более профессиональная, рифленая. В новой модели гайка идет там попроще, простая гаечка, ручка идет. В старой модели более такая. В новой же модели видим ключик небольшой. Ну и ручка тоненькая. Ну, кому как удобно в руке. Ну, тут также нет ключа дополнительного, который будет ловить завал. Гайка посадочная более проще. Сейчас я разберу эти модели и сравним их якоря, щетки. И также сравним шестерни. Разобрал я редуктора в двух моделях. Как видим, в модели постарше шестеренка немного поменьше стоит, чем у модели. И дальше смотрим, что хорошо мне понравилось, что в новой модели вот сзади стоит, куда упирается вал, подшипник стоит. Подшипник. В старой модели стоит втулка. Стоит латунная втулка. И что еще хорошо хочу отметить, шестерни на вале якоря без шпонки прижимаются гайкой. Это очень хорошо, если идут удары, если идут большие нагрузки, на якоре шпоночка не вырабатывается, как в более дешевых болгарках. Сейчас я разберу мотор, якорь, посмотрим на якоре. Вот я разобрал две болгарки. Вот эта модель 08-125E. Вот это модель 08-125. Как видим, в модели E якорь немного подлиннее, но потоньше. В старшей модели якорь потолще, но вот эти вот пластиночки металлические покороче. Видно, что якоря литы хорошо, залиты лаком хорошо, качественные. И хочу отметить, что в болгарке 08-125E немножко корректор шире. Щеточки немного пошире, это тоже очень хорошо. Кнопочки у них стоят одинаковые. Еще вот такую примочку хочу отметить, что если забивается пылью, можно снять, почистить, продуть и обратно поставить. Не так будет забиваться данная болгарка, в середине не так будет пылью забиваться. Спасибо за обзор.